увидел в магазине патроны пулевые, техкрим. Сейчас коробочку покажу. Новая конструкция Diablo Eco. Цинковая подкалиберная пуля. Поближе поднеси. Для спортивной и развлекательной стрельбы. Калибр 12 на 70. Цена у них была... То ли 35, то ли 33 рубля. В Угличе это даже дешевле, чем рекорд. Чем стрела рекордовская. Рекордовская стрела у нас там стоит 38 рублей патрон. Этот был дешевле, поэтому я его и взял. Юбка высокая, гильза прозрачная. Вот техкрим. Яблоко. Что еще? А, один патрон разобрал. Ну, порох я не знаю какой там, но по весу получилось 1,8 грамма. То есть, не знаю, что за порох. На коробке написано, что начальная скорость 500 метров в секунду. Померить пока нечем. Не могу сказать. Что еще интересно? А в пуле, скажем так, в выемку вставлен резиновый шарик, как от травматики. Вот и все. Сейчас 3 раза стрельнул, грохота много. Ну, вроде попал, куда целился примерно. Ну, на небольшую еще дистанцию, то есть на 50 метров не стрелял. Вот мишеньку надо попробовать стрельнуть. Грохота много. Ну, пока все, сейчас еще постреляем. Давай на 35 метров для начала попробуем. Вниз ушло. На 7 часов. Вниз на 7 часов. Не увидел. Пойдем посмотрим. Ну, вот это я это первый, наверное, выстрел, да? Да. Вот это ты сказал, ушел. Ну, то есть, грубо говоря, даже если я первый дернул, два вторых, если. Да. Так, смотрим за преградное действие. Ну, попробуем сейчас. Так, это эко-пулю. Ствол начинает болтаться, да? На 35 метров. Я не видел даже. Вон этот пыш-контейнер видно. Так, берем фломастер, пойдем смотреть. Так, ну вот. Эко-пуля, 35 метров. Мне очень понравилось. При том, что я из Ремингтона из этого стреляю не часто. Это был просто вкладка не очень хорошая у тебя. Мне понравилось. Для соревнования, в принципе, нормальный патрон. В завершении со стола постреляем цинковым техкримом, нашей новинкой сегодняшней. Посмотрим, как получится. Может, с ящика? Кусается? Не, вот так палец отбил. Так а с коробки попробуй. В смысле с коробки? Ну, он ящик из-под патронов поставить. Да, не, жесткий. Надо подушку. Да, да, да. Не, я стрелял верхнюю, это вот этими эко-пулями. Сколько их у тебя было? Три. Я так понимаю, все три. Вот, я люблю пришла. Любые три из пяти. Ты вот. Смотри, они по форме видны. Твоя эко у них какая-то... Нет? Они все... Либо вот эти... Нет, вот это вот это. Азотовская. Тоже самокрут, она такая-то. Ну вот тоже она точно. Вот азот, эти, да? Вот эти. Ну это как комфорт. И вот тоже комфорт, вот их видно. Значит, одна эко-пуля куда-то улетела.
Ну, эко лучше стреляет по точности. Ну да. Ну нет, это я все-таки с упора как-никак. Uh-huh. А здесь а стоя. А это с руки. Да, стоя. Но тем не менее, твое ружье и стоя хорошо стреляет. Мы сегодня увидели. Нормально, да. Ну, пойдем дальше посмотрим. А, вот оно. Этого не было. Да, этого не было. Вот оно. Я просто вижу, это ну, тоже деревяшка стрельнула.